Здравия желаю. Запустим то, что вчера, значит, готовил. Поставим, значит, систему. Генератор там на 124 на выход. Та лампочка у меня сгорела для проверок. Сейчас, значит, поставлю две на 44 ватта и маленькая вон на 10 ватт. Ставим реле 1 к 10, то есть 1 к 10 будет. Включаем. Так, надо тут секунду не работать тянуть. Максимум и минимум 14, 20-14 запишем. Так, выход 20-14, максимум 14 минимум. Максимум 14 минимум. Так, а расход? Расход сейчас посмотрим на счетчике. Кто говорил, что счетчик не такой? Счетчик нормальный. Вот сейчас на риску дойдет. На риску. Посмотрим расход. Какой вход, какой выход. Работа так не шумно. Закрепить надо, чтобы это не бахало там бьет. Вот подходит крышки. Включаем. Значит, 20 и 14. То есть репортаж прямой эфир онлайн, а не то, что там, как говорится, подделано, подстроено, как рептилоиды думали. Все прямой эфир. Вот идет, ага. Стоп. Стоп. Выключаем. Замеры сделаны. Так. Значит, видите, 1 и 0,8. Вот мы сейчас. Счетчик это хороший. Кто там с рептилоидом договорился, счетчик плохой. То же самое электронный покажет. 60. И плюс 8,6, значит, напишем 9. Плюс 9. В общем, 69 секунд. Так.
Помножим на 300. На 300. Получится. Разделим на 3600. 5,75. Можно еще раз. 60 плюс 9. 59 помножить на 300. Разделить на 3600 секунд. 5,75. Все верно, ведь два раза. Он мне предъявляет, что арифметику не знаю. Но сами они считать не умеют вообще. Считают просто цифры, а надо считать предметы. В этом-то и загвоздка. Обман идет. Разделим на 5. 75. 173,9, видите? 174. Запишем. 174 ватта, значит, потребляет система. А выход 14,20. Так. Значит, маленький на 14. Значит, так. 20. А нет. 14,20. 20. Прибавим 14. 34. Разделим на 2. 17 вольт в среднем. Так. Считаем сначала маленькую. Лампочка 12 ватт дает. Так. При 20 вольтах 20 разделить на 14. 1,42. 12 разделим на 1, 400, вот, 28, 8 ватт помножим на 11 раз, 92 ватта запишем, так, 92 ватта маленькая лампочка. И вторая лампочка дает 44 вольта. При 24. А тут было 17. Значит, 24 разделим на 17. 1,41. 44. Разделим на 1. 41,1. 31 ватт. Помножим на 11. 343. Так. Это большая. И тут 92. Плюс 92. 435. А потребляет у нас 174. Делим на 174. 2,5. Помножим на 100. 250% КПД. Вот такой системы. 250% КПД. То есть с маленьким движком КПД было выше. Тут все идет на движение большого мотора на 124, тяжелый магнитный. Но все равно 250 КПД. А если взять, что мотор двигался у нас, но при этом, значит, 174 ватта было, и еще мотор двигался 10 раз. Но это где-то не 100, там отнимите там лампочки туда-сюда, отнимите напряжение упало, по 100 где-то,
100 умножить на 10. 1000. Так, 1000. А тут у нас... Вот не написал столько. КПД написал. Надо опять считать. Так. Ну, 250. Сто семьдесят четыре помножим на 2 и 5. 435 у нас, видите? И тут 1000 плюс 435. 1435 всего. А потребляем 174. Разделим на 174. Помножим на 100. 824 полная. Выход энергии КПД 250%. А так полный выход КПД. То есть энергии, которая идет на движение мотора. А мотор не был включен. На мотор питание не поступало. Питание не поступало на мотор. Потребление, значит, получается КПД полное 824%. Выход. Единоразовый выход тут слабый. Где-то сколько там, 30, и это там 40 ватт всего. То есть вот этот вариант, лучше, потому что здесь мотор лучше, больше оборотов, чем тот. То есть надо применять моторы вот так побольше, но помощнее, но с большими оборотами. А этот тоже пойдет, но этот лучше. То есть за счет того, что у того оборотов меньше, вернее, у него 3000 оборотов, он тяжелее, то у него КПД чуть ниже. КПД именно, КПД не общий, а КПД именно энергии, получение энергии. То есть 174 ватта мы, значит, тратим, а получаем энергию, значит, в 2,5 раза больше. 174 помножить на 2 и 5. 435 получаем. Но 435, чтобы вы не думали, это не раз. А значит, в течение 10 часов. А так по 43 ватта выходит. А здесь не по 174 ватта выходит час, а всего, значит, 6 минут работает. То есть вот так вот. 174 разделим на 3600 и помножим. 6 минут — это 360 секунд. Правильно? То есть часе 60 минут, а он работает десятую часть только часа, за час, то есть 6 минут, то есть, или 360 секунд, помножаем на 360, 17,4, то есть вот так получается. Тут вот делим на 10, 43,5, а тут будет 17,4, это в час вот это выход. Час, значит, тратится 17,4, а выход 43,5. То есть вот такая система. То есть это слабовато, но это надо сделать. Мы сделаем вот это вот,
Сейчас поступили, значит, некоторые средства. На одну батарейку уже есть. Еще немного, может, у меня будет это самое средство. Две ЭКБ покупаем и запускаем не ту даже, а вот эту. Вот эту запускаем. Проверяем ее в автономном режиме, если все нормально. Будем делать большую, то есть мотор надо будет делать, покупать вот типа такого, оборотистый, но здесь 50 ватт, она ватт на 500 с постоянными магнитами. И тогда у нас будет выход, здесь выход где-то у нас был, я не помню, 60 где-то, на этом выход 60 ватт был. А если на 500, значит будет 500 ватт выход. Одноразовый, сейчас, то есть. А сейчас 60 вот на этом. А это всего, видите, 43. То есть такая модель. Тоже нормально работает, но вот эта модель лучше. То есть будем пробовать вот эту. Первую запустим. И все споры сразу пройдут. Спасибо за внимание. Всем желаю крепкого здоровья, железного, успехов в труде и обороне.